школа. Как в нее вообще идти? О, Димка, а ты что такой загруженный? Да мне просто в первый класс идти. Я вообще не представляю, что там будет. Точно, ты же идешь в первый класс. Сейчас тебе все расскажу. Все начнется с самого утра, как только ты проснешься. Как здорово! Сегодня идти в первый класс! О, проснулся даже без будильника! Чего? Дим, не слушай ее! Все будет совсем по-другому. Дима! Дима, просыпайся! Ну ты же в школу опоздаешь, а у тебя первый день в первом классе! Не хочу в школу, хочу спать! Ой, Иль, ты сейчас наговоришь ему? Дима, в школу ты наденешь свою самую лучшую одежду! Кто там в школу-то ходит? Одеваться нужно. Чем проще, тем лучше. Ты опять за свое? Дим, говорю тебе, не слушай ты ее. А знаешь, с каким ты вдохновением пойдешь в школу? Нет, ты не пойдешь. Ты полетишь! Дима! Ты куда? Пойдем, пойдем, а то опоздаем. Да не хочу я в эту школу. Кто ее вообще придумал? Нет, и еще раз нет. Дим, а знаешь, с какой радостью ты будешь возвращаться после школы? Так счастлив. Школа, это круто. Ага, и верь ей больше. В школе не так прекрасно и сказочно. А придешь ты со школы вот так. Ох уж эта школа. Не поболтать ты с кем, не в игрушки поиграть. Сидеть весь день. Скукотень. Ой, Дима, если слушать эту Илю, в школу вообще не захочется. А так, в школе классно. И поймешь ты это, когда будешь делать первое домашнее задание. 2 + 2 = 4. Как здорово у меня все получается! Домашнее задание? Да это вообще жесть! Любой школьник тебе об этом может сказать. И вот так его вообще-то делают. Гриш, дашь списать завтра на перемене? Опять все не так. Дима, после того, как ты сходишь в школу, сделаешь домашнее задание и ляжешь в кровать, ты будешь только и мечтать о том, чтобы этот день снова повторился. Скорей бы уже утро наступило.
как хочется еще в школу пойти. О, нет! Вот это я знаю точно, как будет выглядеть на самом-то деле. Все, девочки, хватит! Я теперь вообще не знаю, как мне в школу идти. Вы меня совсем запутали. А что у вас здесь происходит? Да я хотела узнать, как мне в школу идти. А девочки меня совсем запутали. Одна говорит одно, другая другое. Ну разве можно рассуждать о том, как будет в школе? Ведь школу все воспринимают абсолютно по-разному. Ребята, а вы уже ходите в школу? Или, может быть, вы тоже пошли в первый класс? Поставьте лайк, чтобы ваш учебный год прошел очень круто. Ну и не забудьте подписаться на наш канал.